Привет всем! Сегодня будем готовить очень вкусные вафли. Чем-то они напоминают пончики. Нам понадобится 4 куриных яйца, 200 граммов растопленного сливочного масла, 230 граммов муки, 1 чайная ложка разрыхлителя для теста, немножко ванилина и 200 граммов сахара. В яйца добавляем щепотку соли и взбиваем миксером пару минут. А затем добавляем сахар. Все взбили, масса загустела, а сахар почти растворился. И теперь добавляем сливочное масло. И все хорошенько перемешиваем. Разрыхлитель ванилин смешиваем с мукой и просеиваем в нашу массу. И все аккуратно перемешиваем. Вмешали всю муку и еще я добавлю 1 столовую ложку растительного масла. Все перемешиваем, даем тесту постоять минут 5-10, чтобы разошлась именно в муке клейковина. И ставим нашу вафельницу разогреваться. Когда загорится зеленый индикатор, значит, можно будет испечь первые вафли. Но вот теперь можно закладывать тесто. В каждую такую форму вливаем примерно 2 столовых ложки теста и накрываем. Выпекаются такие вафли около 5 минут. Наши вафли готовы. С этой нормы теста получаются примерно 10 вот таких вот вафель. Очень вкусные, хрустящие, румяные. Поэтому обязательно попробуйте их приготовить. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.